Итак, нужно играть в арку Чунина. Так, тут уж, по-моему, тоже почти выполнилось. 600. Значит, тут, по-моему, в районе 500. Попробуй, что ли, эмиссию какую-нибудь пройти. Рекрутинг 1 минут. Давайте попробуем, почему бы и нет. Надо потому что зарабатывать на рамен, чтобы что-то увеличивалось. Даже не подозреваю, что в этой миссии будет на самом деле. И почему с самого начала все доступна миссия Эйранга? Поехали, это явно не бой. Но босс батл, конечно, в первой части были разочаровывающие. По дереву обогнать. Блин, это было печально. Да, ё-моё. Я понял, почему это именно A-ранг. Да чё ж такое? Опять тройная стена. Еще лучше. Да блин, лучше бы мне замену дали. А, как вас много. Я даже не знаю, что с этим делать. Вы что, гоните? Я еще, походу, и не успею добежать. Ужас, ужас. Да, попробуем еще раз. Короче, по другой стороне куда добежать. По идее, тут всегда есть где-нибудь более-менее хороший путь. А то, что только что видео, это было ужасно. Ха-ха-ха.
Вот я об этих местах говорю. Вот. Да блин. Еще и огонь, вот. Как мне потом было обратно? Ну вот как? Это ужас. Я даже не знаю, в какую сторону. Так, нет, пока я не хочу перепроходить, но... Ладно, в будущем. Она бы врёт, что там будет на 3 звезды, конечно. Да, хватит меня унижать, потом попробую. Что там, по-моему, за нас зря нарисован. Просто надо пройти один раз. Ладно, пойдем пока по сюжету. Ну, черные цветочки. То, что надо нам для того, чтобы сделать новый рамен. Интересно, блин, с сюжетными миссиями делать пробуждение, но если ты... На. Орочимару. Он вроде еще раз прокатит. Вот не хочет. Осква прокатит. Пытаюсь вспомнить, в этой игре первые и второй ХК были игровые или как саппорты.
изи батл. Нужно еще скрылы поднимать. Бадлюц очень много и очень дорого стоит. Black Flower. Ага. Так. Все собрать. Это что валяется? Так. Ага. Потом соберем. На том здании. Фух. Только попробую упасть. Же гадина. Еще вспомнить, как тут допрыгивать. Так, по-моему, она внизу будет. Нет. Надеюсь, не ниже. Ага. Новый джутс всегда хорошо. Let's go, let's go. Так просто валяется, вот хорошо. Ага. Так, надо все собрать. Если у них не появилось. Тут еще можно заскочить и роман сделать. Может, чакру увеличит. Или... Или ладно, потом заберу. Так, Розенгана еще нету. Yeah!
это круто. Это миссия выполнится самый первый. Так. У нас была Си, по-моему, даже Би. Давайте деньги, чё. Ну, а так оно и приходится. А там, скорее всего, уже будет написано 800. Но 800 и 1000. 40 шагов осталось. И еще одна миссия выполнится. Рама, жди. Так, смотрим. 1000 на 20. Кто бы сомневался. Так, Рамон. Да, очень простой был. Ты жуй, глотай. Или... Ага. В смысле нету? Грибочков не хватает. Так. Ну все, да, больше не хватает. Так, фигурки, музыку, джутсу, то потом. И пройдем от 3 звезды. Дальше опять беготня. Короче, очень быстро их добить не ждутся. Блин, радует меня то, что с пацанами с первой части именно на PS3 загрузки стали намного быстрее и резче.
не хочешь? Ну, как хочешь, блин. Ну, раз, конечно, это играть тяжелее. Ну, это, в принципе, интереснее. Главное его не убить же, чтобы убить именно не бьются. Еще нужно пару ударов навести. Увернись! Нет! Фух. По-моему, добью. Да. Три звезды. Еще черные цветочки. Так. О, ну ты не можешь нарядовать, они все в одном месте практически. А, блин, ты в этом месте. Так, 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 откуда прицеливаться? Нам вот отсюда будет удобней. А откуда он идти отсюда? Еще дальше. Привет. Бесполезный NPC. Блин, третий. Это, по идее, может сделать проще, но, блин, никогда не получается нормально. Ну, что-нибудь есть? Проверим, может, там какой-нибудь бонусик. Но он, в принципе, еще не появился. Да. Бесполезно. Камера, не беси. Это такая медленная. Так понимаю, воздух. Ага.
1258. На пару джукс, в принципе, хватит. Потом лучше скопом покупать. Так, Ромео на фаму не хватит на новых. Можно смело начинать новую миссию. Где новых не было. Побежали. Даже тот момент, когда именно Саски уже куснули. А, нет еще. Блин, обязательно каждый раз показывать мне обучение. Блин. Надо так рисковать было. Блин, опять дерево полетело. Ну, в принципе, не знаю, такая тяжелая. Я думал, трасса будет. Итак, сейчас сюда будет сразу перепройти. Только соберу скролла. Свитки, свитки. На, они всегда появляются. О, какая-то новая миссия. Ага. Итак. Вначале мы пойдем поднимем вон то. Здравствуйте. Курона сенсей. Потом пойдем на миссию. Там, скорее всего, будет одна SD-миссия, оставшаяся уже. Ну ладно. Налево. Ух ты, что же у вас, блин. Да, Дейранг. Он же не сомневается в этом.
Так. Это последнее. Да, он не допрыгивает, что ли? Ладно, возьмем по-другому. Почему так низко? Фиг на нее. Так, мы все взяли. Куда миссия тут была? Бой. Это классно. Идем быстренько на 3 звезды. Вот это. Ага. 45 секунд. Так, с первой водки у меня что было? А 45 секунд я не прошел, пришел чуть-чуть медленнее. Вроде бы хорошо, вроде бы и не очень, когда так дерево исходит. Никогда не знаешь, куда приземлишься. О, быстро. Вот это вот было очень удачно. Изи-пизи. Хочу подлетать его кое-что посмотреть. Это вот, давай. Блин. Тебе очень одиноко. Да, мне очень одиноко. А чем еще заниматься, блин, кроме как тебе позвонить? Это все-таки называется тусовка, то есть мы тусим. Тысяч, тысяч. Во-во-во. Да нет, я сегодня проснулся, дорисовал рисунок, который вчера начал. В принципе, получилось обалденчик. Такой, потом покажу. В WhatsApp скину. Да блин, игнорик на самом деле одному скучно играть, ты бы знал. Надо хоть с кем-то пиздеть, чтобы это,
отвлекало тебя от того, что ты делаешь одно и то же и постоянно. Пытаясь открыть просто тупо персонажа, чтобы потом это был PvP-игра уже полноценно. Чё, как Ведьмак? Печальненько немного. Печальненько. Опять была грустная миссия. Да не то чтобы, тут же постоянно так. Что бы ты ни выбрал, по итогу жопа будет. Чувака спас от утопцев. Его привязали и бросили около речки, чтобы его утопцы сожрали. Вроде да, надо помочь человеку, вся херня, помогаешь, он, сука, бандюган обыкновенный, потом людей режет. Ха-ха, нихрена себе. Жёстко. Помогаешь, вот это, Кайра Мэтт. Угу. Алло? Блядь, сейчас, погоди. Что купил какой-то яблочный сок, он не очень вкусный. Хотя называется любви. Сейчас Кайра Мэтт тебя хочет наебать, сука. А я буду сражаться за пурпл цветочки. Сакурой. Взяла, уступила бедного ведьмака. Бедного? Выебать ее. Выебать? Бабу? Да. Стоп, ты отказался от того, чтобы выебать бабу? Да. Интересный поворот событий. Или она была так себе? Нет. У нее... Это персонаж, который почти все время ходит с голыми сиськами. Шлюшка. Ну, ты моя хорошая киса. Что ты ко мне решила подлизаться? Смысл в том, что у нее разрез вообще практически не скрывает грудь. Декольте. И поэтому ты не захотел с ней переспать? Да не в этом дело. Просто я знаю, к чему все это было. Тебя его траванули? Нет. Просто она, как сказать, в любом случае она тебя заставит уснуть. А когда ты засыпаешь, она съебывается в этот, ну, в другую локу, где ты для нее этот почистил. От проклятия, чтобы спиздить документы по счету одной чумы специфической, которую она захочет использовать. То есть у тебя два варианта. Либо она тебя просто усыпит, либо ты с ней переспишь, и она тебя усыпит. Нет, ты просто сам уснешь. Да ты охуела, что ли? Хуйня ты, пацаны, ебаная. Ты не забил меня. Что ты хочешь? Когда начал эту игру, меня вот этот все убил.
Блин, какаша, ты чё упал-то? Ты чё такой какаша, да? Вообще, должен был стоять на ногах, но ты там взял и упал. Я такой, ты только не умри, блин, я дам тебе джусу добить, молодец. Не понял, Ума. Ты меня плюнула на телефон? Блять, опять высотка прехнулся. Не надо было выходить из игры. Ну да ладно. Ты выходил из игры? Ну да. Я вчера закончил игру на том, что помог ей. Ну. Проклятие тут снял. Ну. И ты, а что, ты хотел Соньку оставить включенной? Нет. Просто когда выходишь из игры, вроде как рестуются эти твари. Да. Блин, что нужно либо секрет скролл подобрать. Блин, в принципе, они так располагаются, легко надо их подобрать. А потом этот. Выполнить на 3 звезды. Гоу, let's go. Эй, блин. Будь. Да, буду. А что? Есть-то? Что я как-то подобрать? Ой, блядь, это я зря сделал. Ой, сколько поднимем, столько поднимем. Сейчас придется ей лицо ломать. Жесть какая-то. Нет, не реально надо нравится собрать, блин. Немного разочаровало меня. Нужно чакры больше. Так, и так. Надо три звезды перебрать. Mission list, D rank. Все. Use substation jutsu at last two times. Perform
15 хит на комбо атак. Блин, а что за фигня? Что такое субстейшн джутсу? Блин, а что такое реально субстейшн джутсу? Лёх, что такое субстейшн джутсу? Не знаю. Вот и я не знаю. Сейчас посмотрим. Ты же вещаешь? Я-то вещаю, но... Мне кажется, это нужно смотреть не в переводе, это нужно понять, что это вообще такое, в принципе. Субстейшн джутсу, блин. Я вам такого просто джутсу, ну, не джутсу. 15 хит на комбо, может пробовать Хината, если... А, блин, он же не умеет еще делать этот прием. Нам Неджи еще не открыт. А, Неджи есть? Да, буду Неджи. Блин. Можно поменять? Ой, не то, не то, блин. Substation Jutsu. Use Substation Jutsu at least two times. Перформа 15 хит на комбо. Что это, тормози? Battle Condition. Блин, нет, не то. Control Setting. Угу. Command Chart. Что такое Substation Jutsu? Substation Jutsu. What lighted? Бей меня, гад. Раз, давай еще раз. Ну как хочешь, значит я тебя буду бить. Вот 15 хит на комбо. А вот 18 хитовая. Ну бей меня, какаши. Все. Доп миссия выполнена, теперь можно смело добивать. Сколько моя джутсу сносит? Видимо, много. Мне еще обязательно условие, нужно победить, помочь джутсу. А стой, только не убивай его. Вот гадина, атаковать не хочет. Не того персонажа я взял, блин, на то, чтобы побеждать джутсу. Ох ты, блин, живой. Атакуй! Ну какаш, ну что ты стоишь всегда на месте? Ну увернись ты, Неджи! Бесит! Rotation.
Не того персонажа я взял, чтобы это делать. Наконец-то. Главный персонаж с защитным джутсу, то есть, чтобы его сделать, надо, чтобы тебя атаковали, но те долбанные на диранге вообще не атакуют. А подходишь к ним в упор, они убегают, ну вот как это называется? Но тем не менее, я выполнил 3 звезды. Изи-пизи. Блядь, на крип или какую-нибудь более активную хрень, нахуй, отражение вперед, препарирование. Препарирование, это классно. Упал. Блин, так долго пытался не упасть, короче, и упал. Либо нехуй. О, двор празднолюдов. Без этого. Я, конечно, люблю веревки, но запрыгивать на них — это пиздец неудобно. Блять, зря этот квест выполнил. Какой? А тебе надо было, чтобы она не уходила? Ну, у нее просто очень много полезных вещей продается. Еще есть кролики. Я ломал стекло. Как лучше туда залезть? Ага.
нормуль. Все собрал. Так, так, так. На раман мне, по-моему, не хватит на какой. Ага. Ладно, я пойду, я покурю. Сейчас приду. Давай. Пизанты ебаные. Не. О, два. Успокойся. А, машинист. Остань плотва. Хватит летать. Реально, как будто этот коняшка под спидами, блядь. Так, я играю с Сакурой, мне нужно победить Ина. Ошибись. Ино. Ино. Баба. Блондинка. Пизда... Да, да, да. В красном костюме из гитары. Нет.
Я играю за розоволосого, как называешь, бревном, против блондинки в фиолетовом. Бревном, а доской? Да, на и бревно, наверное. А, о, это уже... Не понял, это уже отборочные прошли, что ли? Ну, поехали драться, чё. О, блин, я условия не посмотрел боя. Win the battle with enemy attack power height. Ничего не понял. Ладно, по-моему, просто нужно победить. Вначале выполним простую часть, да? Да. Если не получится просто отмудохать, провалиться миссия, значит надо что-то сделать другое. Подозреваем в этом режиме, когда я красным горю, блин, просто ее пиздить. Win the battle. Так, а теперь посмотрим. Да, второе выполнилось. Окей. Все стало проще. Значит, на 3 звезды надо будет сделать кончичью фигню. Три вишенки. О, мне дали вишню. В рамен? Ага, New Item ADD Collection. Диорама Бейс, ну, правильно. А, тут фигни дали. Так, есть... у меня появились... Нет, в смысле, реально ты будешь использовать вишню для макаронов? Да, это будет фруктовый рамен. Сука, для супа из макарон вишню. Ёбаны... Там не только вишня. Там что-то еще, по-моему, будет в рецепте, сейчас скажу. Где он фруктовый? Apple и черри. Яблоко, короче, и вишенка. Я хуею. Ну, блин, нормально. Фруктовый. А, было в качах рисало еще больше. Я так. Почти не продамажил он мне даже. Так, 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 так. А теперь мы смотрим, где все появилось, блин. У меня появилось... А, вон первая точка, а вторая точка где? Ладно, вначале за ней сходим, она ближе. Блин, по-любому, если бы играл какой-нибудь кейк в эту игру, у него была бы кейк или какой-нибудь Мэдисон, у него было бы дофига зрителей. Ну, само собой. Играть да. В упоротую игруху, это его стиля. Ну, в принципе, да. Не за хатбук. И на Яманака 16-хитовая комбо. Окей. Так, тебе надо подобрать скроллы. Блять. А так тебя смотрит лишь один человек. И кто? Как смотрит? Ты меня смотришь. Да. Сука, пидоры отстроились, блять, только один вход. А ты где меня смотришь, на Соньке или нет? Ну да. Я думал, ты на вот подключил. Делать мне больше нехуй. Ну, мало ли. Блин, это невозможно сделать так, как я думаю. Блин, я, по-моему, было написано, что у меня появился Secret Scroll.
Или мне показалось? Потому что его нету. Чем хороши бандиты? Они дают немного лута. Хоть и херня. Но лута здесь много. Мне кажется, для того, чтобы был, были люди, нужна еще камера. Ну, с камерой я точно ничего не буду делать. Кстати, пользователи PSN, когда только вышел PlayStation 4, очень многих забанили за то, что вместо того, чтобы стримить, на камеру снимали кое-что другое. Я думаю, несложно догадаться. Ёбали, что ли? Да. Да ладно. Да, на полном серьезе. Забанили очень много людей за это. Типа, разворачивали камеру и снимали не игру, а, ну, даже не свое лицо, а просто ебались на камеру. Вот такая была шняга на выходе Соньки. Ах ты ж сука крашеная, а? Последний вон там. Секирь башка уёбок. И все. Теперь надо на 3 звезды. А дальше, скорее всего, будут бой Кибы и Хинаты. И дальше не знаю. Не помню, кто еще играл. Рок Ли и Гара, наверное. И Наруто и Саски. Наверное, это все, кто тут будет показаны, насколько я помню. Так, win, which, at last one life bar. Короче, не дать себе, чтобы он допустился до последней полоски. О, и добить ультимат Джутсу. Окей. Ачивмент. По-моему, у меня уже есть эта ачивка, где-то уж, по-моему, добивал. Ачивка Perfect English. Ну, у меня шикарный английский, ты чё? Он ужасен. Ну, тогда у меня прям... Я не знаю, что мне надо делать, чтобы... Ну, у меня есть идея, что как это можно сделать. Если я правильно понимаю, что нужно сделать, то мне нужно вначале так вот ее напинать, дать, чтобы она у меня стала розовенькой, да, вот такой вот, розовенькой, красненькой. Отпиздить ее дальше. Блин, получил пизды. Ух ты, она сделала эвейк. Ё-моё. Так, 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 вот мы ее бьем, бьем, бьем. И делаем ультимат жутко. И должна, по идее, сработать на 3 звезды. Она выжила? Что за фигня? Да как так? Ну блин, у него была полоска хп, по идее ульта сносит, блин, полоску, и даже чуть больше полоски, чуть-чуть больше. Она должна была умереть. Сейчас мне что-то кажется... Сейчас, если у меня не выполнено второе условие победы, то это будет жестко. А, нет, все нормально.
Тогда я не знаю, что надо было сделать с вторым условием. Она просто выполнилась, когда я победил. А, ты все выполнила? Да, да, да. Ну я добился, но я сделал еще раз, повторил ульту. Просто что прикол в том, что я думал, надо было добить, пока ты был красненький такой. Красненький такой. Надо было добить, пока он синенький такой. Когда зелененький. Его надо было. Нахуячить его надо было. Не его, а ее. Я против Фина сражался, аж повторил бой, чтобы пройти на 3 звезды. А, так ты у нас, сука, бабу избиваешь, видишь, хрена. Так я и бабы дрался. Баба и бабу. Это нормально. Да, только грязи не хватает. Ну, я думаю, моды дышат, все. Ой, на эту игру нет модов. У меня даже на компьютер-то нет. А, тогда не знаю. Хотя, подожди, хотя хрен его знает, поскольку раньше она была эксклюзивом для PlayStation 3, а потом ее вот сейчас ее переиздали в трилогии, то есть оригинальные 3 части сделали на приставку. То есть, возможно, этот сборник вышел на компьютер. В теории. Не это главное. Ну я не знаю, но если есть на компьютер, то да, там скорее всего будут моды, и моды это круто. Я даже буду представить, что можно модами сделать. А еще не хватает этой части того, что было в этой. В остальных много-много костюмов. Ибо костюмчики это тоже круто. Типа купальников, всякие доспехи. Доспехи вообще прикольно смотрелись. На Сакуре особенно. В любом случае, правило 34. Не. Ебать, я даже ее уровня не знаю. Все, есть контакт. Mission list. Попробовал, короче, сделать одну миссию на бег пройти. Знаешь, что получилось? Я приебал. Ninja Tulsa. Короче, кем я буду играть, мне интересно. А, Тентон против Темари, точно такой же еще бой был. Значит, еще, наверное, будет Канкура против... против кого он сражался-то? Не помню. А Наруто против Киба сражался, вот кто был. А Хинато отпиздил Неджи. Блин, а против кого Канкура сражался? Канкура. Только Кри точно против Гаара. Куна Ичи бой. А, да так работает, ну ок. Запечатал. Easy. That didn't take much. I'm tired now.
пиздец, она отхилилась. То есть то, что я ее ковырял, вообще бесполезно. Ну, блять, это пиздец, рано я к ней пришел. У нее вместо уровня два вопросительных знака стоит. Типа не суждено тебе узнать ее левел. No. А ты какой левел? 9-й, что ли? Хочу пизду, не хочу эти скрылы поднимать на данный момент. Они как... Ну хотя... Ладно, одни подниму, они там удобно лежат. Вообще я хотел их потратить, посмотреть, сколько мне их вообще надо будет еще. Ирука сенсей, научи меня тратить мои скроллы. А, я их все купил, которые были, ну ок. Так, тебе нужно забраться на крышу. В смысле? Нихуя себе. У меня последнее автосохранение, хуй пойми где было. Ты проиграл, что ли? Ну да, она меня забила. Ну как забила, и она ваншоттает меня. А-а-а, то есть тебе вообще не надо, чтобы она тебя ударила? Ну... Так-то не сложно, не самый сложный противник. Но... блять. Ну, ты слишком... слабенький сейчас. Да. Так блин, еще бы хотя бы этот ведьмачий костюм был. То защиты практически ноль. Бах, ведьмака пах. Пушкин хуев, блять. Эти на фон не подобрать. Вот эти вот нижние. Уёбок. Изи. Так, тебе на 3 звезды перепрыгнуть. В смысле? Ты там откуда появился, урод? Блин, не посмотрел твои условия. Ладно, сейчас перед боем покажут. Первое очень быстро, а второе не увидел.
Ты что, по микрофону подстукиваешь, что ли? Нет, губами шлепаю. Ну ты губошлеп, блин. Defeat Lenovich. А, ну блин, короче, то же самое, что и было в первом бою. Изи. Так, ладно, теперь мы попробуем с этой пиздой вообще не стрелять. В диалог. А просто ебать. Да кто зарядил 30-хитового джутсу? Ой, джутсу комбо. Всех ваншотаю, блядь. Хуля, не третьего уровня всего, блядь. Вообще шмакодявки. Ебаные каннибалы. Пизи, пизи. Так, я, скорее всего, не подниму, хотя, хрен знает, так, чали вот эти. Вот объектов выполнил, охренеть. Раздолбал 800 объектов? Угу. Да что-то оно это быстро выполняется. Я понимаю, почему на Соньке 3 не открылся джутсу. Их вообще не собирал, блин, ничего не ломал. И на F-ранг надо будет 1000 добить. Это вообще изи, блин, даже еще половину игры не прошел, блин, а уже все выполнил из этого ранга. Хотя они, по идее, должны там 2-3 месяца, которые примерно одновременно должны выполнять это. Время нахождения в игре, это ломание и шаги. В итоге у меня шаги отстают на 2 этих, на 2, по-моему, миссии, а время такое вообще промолчу. Все быстренько, 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 да? Я не сказал, что быстренько, даже перепрохожу, но... Я выполняю, в принципе, с первого раза и надолго не засиживаюсь на миссиях. Да, когда я играл на Соньке и третью, у меня были проблемы с некоторыми миссиями, я сидел и выполнял очень долго, и поэтому время наигрывалось. Вот сейчас у меня нет такой беды, блин. А, это веревка? Ой, тогда шикарно, то я сейчас их все быстренько соберу. Мы даже прибежим сюда с самого начала, блин. Ничего не будем поднимать, так, оп. И побежали в нужную сторону. Чек. Не понял. И хули ты упал? Споткнулся, что ли?
Не понял. Что она перестала долетать? Такого раньше не было. Ох, блядь. Наконец-то. Все, можно там ничего не ломает. Тут все, хватит, короче, пизду. Хотите, чтобы было еще фигурки понакупать? Со мной надо понять, сколько вообще денег надо будет накопить за всю игру. Купил себе фигурки, которые были зашибись. Фигурок 45%, всего остального потом 2 и 3. Нужно наиграть, чтобы выполнить, блин, эту миссию. Сколько я уже наиграл? 5 часов. Ага. Пойдем. Да ты, сука, издеваешься, блядь. Ага. Вот урод, блядь. И не говори. 15 уровня, блядь. Всего-то, блядь, 5 уровней минус. Превышает. Блин, выполни миссию на бой. Я думаю, получится. Кимимару, Саски, Наруто. Окей, давайте попробуем. Саски! Наруто! Сосок! Как они там друг другу. Ну это да, было. Они не любили друг друга, они были лучшими друзьями. До плюда времени. Ну да, чуть ли не в зубы любили, да? Ну не до такой степени, но так-то да. Саске! А тут. Ой, Джирая, ты еще не появился по сюжету, но миссия мне уже почему-то была доступна, ну шибись. Стоп, я взял миссию с ранга, ну хрен с ним, давайте подеремся. Я не думаю, что это будет прям очень сложно. Я даже могу сам выбрать персонажа. Но я хочу подраться за... Можно кто-нибудь с прикольной техникой. Типа Саски. Наруто в саппорты. Нет, не хочу. Надо кто-нибудь типа...
Можно Ина. Можно Кибу. Файлстайл. Так, win the battle. Which enemy's defense power height? Which enemy chakra constant until regeneration? Чё? Не регенит типа чакру? Или нет, он попробует. Прикинь, я случайно сделал ультимат Джутсу. Еще и попал им. Случайно кнопки нажал. А так это вообще на одну кнопку, что ли? Не, на две. На три. Навалял треугольник и кружок, просто еще нужно чакры достаточное количество. Ох, ни хрена, ты по мне попал. Ты, S-ранг, я смотрю, блин, посреди ранга как-то непривычно, потому что они сражаются. Пизды еще могут дать, да? Ну, не то, что прям сильные, но могут. Здесь ты одному башку снес? Добьем ультой. Добьет же? Да блин, не добило. Ну ладно. Там один удар, в принципе, остался. Убил. Сейчас посмотрим, выполнился, нет? Да. А, тут не один бой. То следующий бой я дерусь против Саски этого под печатью второго уровня с Рачимару и не помню, как тебя зовут, блин. Блин, хоть убей, не помню. Ну, в принципе, тут только за Саски сражаться на самом деле. Пока он разонит Розенгана. Если бы пришел в игру, можно было связаться за Наруто под этого девятихвостного печати. Там классно. Нормально, сука, вот урод. Ну, блин, девятихвостного печати. Тут надо, надо намекалось. Да блин, делай все. Ох, ни хрена ты по мне попал. Ох, ни хрена она сносит. Был бы на второй уровне печати, блин. Да, тут бы Наруто, конечно, пригодился. С девятихвостом. С одним хвостиком. Блин, у меня ульта меньше сот, чем его обычный прием. Fire shot!
Да ё-моё. Ты хули так много сносишь? А у тебя Илья со вторым уровнем печати. Пидор. Меня уступили? Что за хуйня? А почему не было столкновения? Меня победили. Я попал, короче, в этого, в саппорта, и он, короче, со мной одновременно набирал долбанный прием. Из-за этого он попал по мне. Ну, короче, есть смысл, на самом деле, вейка моего. Я сравняю шансы. Пидор. Пидор, вообще пидор. Пидор. Вообще да пиндер. Вообще да пиндер. Пиздец, реально моя ульта сносит меньше, чем его прием. То есть мне очень хороший вариант отдать себя отпилить, да, эвейкой, сделать эвейк. А эвейк что дает? Пробуждение, я стану таким драконом, в принципе. Я сражаюсь против себя, такой улучшенного, грубо говоря, читерского персонажа. Таких тут в этой игре двое, блин. Наруто, когда у него хвост, и Саски. Но так как у меня еще не открыты оба эти персонажа, я не могу их использовать, блин, я уснул. Блядь, да нахуй, только не убей. Сука. Под одним ударом он сносит почти всю полоску хп. То есть ему 3 раза попасть, и я мертв. Ха, только что и произошло. Погнали, бессмертные. Да заебал меня уступлять, ёбаный ты Кабуто. А тут еще и блок сломают, шикарно. Почти в сухую меня уделали, пиздец. Вообще ничем попасть не мог. Опять, блядь, с неизвестным уровнем. Конец, ульту и попал. Thank you.
Да ты издеваешься, что ли, блядь? И тут 23 уровень. Призраки нахуй не 27-го какого-нибудь. Знаешь, что я сделал? Я выиграл. Молодец. Вообще на изичах вот эта попытка была. Попотел, конечно, на изичах. А теперь другого титульского персонажа. Логично. Теперь Наруто с хвостом, сука. По-моему, зря на сленге миссии полез. Как бы я их пройти-то пройду, а вот... впечатление, конечно, без хотя бы взрослого хитяного персонажа, кроме Какаши. Это немного стрёмненько. Надо подумать, хотя бы ульту с первого раз попал. Чидори. Вообще на изичах. Вот Наруто что-то вообще на изичах разнес. Mission complete. Так, ну ладно, 3 звезды как-нибудь потом. Тут что-то будет намного проще, если у меня будут такие же персонажи. Да. Что там хоть было условия на 3 звезды? Добивать ультимат джутсу. Юс, у тебя мачутся, ведь шторм гуайт. Классно. В принципе, даже это возможно сделать, но хуй с ним, пока не хочу. Просто хотел пройти миссию.
Ями-ями. Так, нахуй, пойду его поссать. Не описывай бачок. Mm? Не описывай стульчак. А, ну ладно, я его поднимаю. Я ж культурный человек. Ну, мало, может, ты любишь экстрим. Ты хитрая кошка. Короче, не успел я отойти, как кошка пришла и начала близ пытаться гарнитуру. Это как-нибудь было слышно? Без микрофона. Блять, аж три дырки в пушке. Норм. То есть ума ты просто лежала и ждала момент, чтобы подойти и погрызть гарнитуру? Вот ты кошка. Как-то ничего не появилось. Ну ладно. Mission list. Наруто против Кибы. Ну это изи. Я даже Наруто без Розенгана. Блин, вообще без Розенгана плохо все. Я тут не помню, когда он научился ему. Win the battle. А, не делайте вейкинг. Wait enemy in a fast state. Что быстрый статы у кого-то. Так понимаю, у Кибы, наверное. Да. Чтоб сомневался. Еще и ульту я добью, мол. Потягушечки. Да, потягушки-то крут.
обязательно новая миссия. Тинатка, у тебя миссия ко мне? Угу. Ладно. Где-то хуйня появилась. Можно сделать вот так. Вы заебали, блядь. На этом еще и веревки, оказывается, есть. А тебе где первая? Может, до меня не допрыгнули, за индукцию. А, не допрыгнул. Где он? Гребаный бонус. Он скрывается от меня. А, да ладно, вот тут. Натура. Ну ок. Тут ящики. Какие можно поднять? Вот этот можно поднять. Больше ничего не появлялось. Тогда переплети на три звезды надо. Ну понятно. И добить ультимат Джутсу. Два раза сделать блок с испарением и добить ультимат Джутсу. То же самое, что я сделал в первом бою, в принципе. Let's fight.
Бей меня. Раз. Два. Хотя тебе пизда. Допа, нихуя себе. Изи бой. Изи пизи бой. Где этот пьянь ебаная, абрагань чертова? Да ты заебал, ты что тут не допрыгивать-то, Наруто? Такого не должно быть. Ты по умолчанию там должен, блин, допрыгивать. В смысле? Я думал... Блять. Кто-то орёт пизды? Нет, я пизды дал Херману. Оказалось мало. Нет, надо было этот, в начале... Поговорить? Нет, вначале другое сделать. Вот так. Да ладно, опять загрузка. Да ты издеваешься, блядь. Охуенная миссия, пиздить Кибу Сакимару.
А, нет, догнать, ёбаный ты вот этот. Ну поехали, вот там набегать не умеет все. Яичница. Да. Блять, упал. Почти догнал, называется. Пидор! Собака что начала догонять, она сделала что-то типа пернула, я вообще не понял, что произошло, блять. Я упал. Чё за хуйня? А, он мочится, что ли? На бегу. Да. Собака же. Как её ловить тогда? Заебала ты мне эту хуйню, блядь, под... Она меня, блядь, реально какую-то хуйню кидает, когда я начинаю догонять. Да всё, в пизду, блядь, ебал я. Как так-то, блядь? Нихуя не понял. Давай, Ретрик. Блять, не тот знак. Вы хоть объяснили, блин, как его тогда ловить, блин, если он какую-то хуйню мочи испускает. Ну что тут сделать-то, мать вашу, надо? Блять, у меня воздуха уже нету. Под водой, что ли? Нет. Блять, споткнулся. Поймал. Надо хочу сбоку подходить к нему. О, тю-тю-тю. Сейчас на 3 звезды. В этот в обратном порядке пробежу. Скролочков немного так поднимем. Надо 60 секунд поймать. Поехали, чё. Лиги.
Очень плохое начало на самом деле. Ретри заново начнем. Пизду, блядь, такое начало. Когда все деревья были мои, первое встречное дерево уже мое. Пидор, собака. Опять какую-то мочу, блядь, испустила. Да заебало тебе кидаться. Сука ты, водянистая. Не найдешь собаку, хоть в кошку догонял. Во что, сука? Надо покурить. Надо покурить. Надо. Сейчас появится. Приду 3 звезды. Нахуй, блядь, скурю. Да ебаный ты в рот. Если бы еще не врезался, блядь, иногда так глупо.
3-3-3. Давай закурим, командир. Давай закурим. И за спецназ. Да не хуй. Я только слава помню. Да, вообще, по-моему, другая песня. Да, это я люблю вспомнил. Блять, сейчас опять начнем приближаться, он опять эту хуйню водяную кинет, ну сказал же. Сука, там было узком, я никак не мог с другой стороны его обойти. Чё за мелкая, блядь, пидрилка, сука, кто тебя ссать-то научил? Да, блядь, заебало! Ну, реально в воздухе ссы такие ощущения, я не знаю, как это еще назвать, блядь. Мача джитси, или как это будет правильно? Ну, блин, вся, ну, как бы моча желтая, блин, а он чем-то синим, но как будто вода, ну. Ну откуда у него вода с собой? Это же собака маленькая, щенок. Кинь у него шоковую гранату. Была бы, блин, шоковая граната. Все можно решить шоковой гранатой. Да заебало ты эту хуйню пускать! Как я, блядь, первый раз словил, сука? Не знаю. У меня перерыв, он у нас через 5 вернулся. Фу, блин.
Блин, пора курить. Фишка этого South Park новая. Прочитал сейчас в интернете. Пиздец? Вообще. Видимо, нет. Сучка.
Лёха. Чего? А ты тут? Да. Не успел уйти, блин, кошка опять в гарнитуре, блин, пристала. Сейчас прочитал приколюху про этот. Ну, новый. South Park. Игру там. Ну. Типа, если много-много-много клацнуть этот, пропустить ролик в самом начале игры, то Картман тебе скажет, да ты уже затрахал, и покажет конечные титры. Игра пройдена. Да ладно. Слушай, я прям порядок боя угадал. Сейчас Хината против Неджа. Значит, потом будут Гара и Рок Ли. Наверное. Нет, потом будет Канкура, скорее всего, против... Блять, не против... Не помню, что он сражался, сука. Ёбаный кукловод. Саус Парк, наверное, надо на комп лучше купить. На какой-нибудь распродаже. Почему я играю за Хинату? Если Хината в этом бою проиграла. Только хотел сухую уделать, не получилось. Да вы охренели просто. Вот так происходит. Да хватит гарнитуру грызть. Ума, нельзя. Ума, нельзя. Вообще не слушается. Да нельзя, Ума. Лошадь хренова. Ума. Как объяснить кошке, что нельзя? Ёбочка взламывать. Нет. Мне в отличие от тебя кошку жалко.
Так, теперь нужно как-то на крышу этого здания попасть. Насколько я помню, это больница. Никогда не выбирал вариант с тем, чтобы убить Игошу. Игошу? Игоша тот, который младенец? Угу. Благодарю. Благодарю. Не благодарю. Да ума. Сижу я такой, тряска лапа мне по груди такая, типа, отдай гарнитуру. Зачем она тебе нужна? Нихуя не могу понять, а где этот бонус? Ума нельзя. Скажу, ума, как нельзя, если она так хочет, да? Чтобы ее прям погрызли. Десятый левел ап, левел апчик. Нашел. Левый левел ап. Обиделась. А у меня теперь на 3 звезды. Нет, ладно, подберу еще несколько скролов простых. Теперь на 3 звезды. И сделать себе чаёк. Ты проголодалась. В очередной раз. Ага. А сколько время? Ну да, в принципе, пора я кормить. Давненько кормил. Да ума, блин, под ноги-то не лезь. На, кушай. Накинулась, а. Голодаю еще с Поволжья. Такие щенку-то ее годами не кормят. Кстати, знаешь, как называется вкусный чай? Сейчас сказал. Куртис. А, я тоже себе такой взял, Кертис. Да. Я взял себе с вишенкой, и он вообще обалденный. Не, а я сел себе с бергамотом. Тоже нормально. Только единственное, что я не сделал, я тупой, надо было что-нибудь к чаю взять. Не подумал об этом. Так, надо все равно в магазин сходить сейчас. Да прихожу чуть не миссии. Схожу в магазин, что-нибудь к чаю возьму. Мусор вынесу. Ох.
Надо еще тут до конца чуть не миссии, блин. Если я так буду такими темпами проходить на 3 звезды, все. Что до хуя. Так. Добить ниндзюцу. Блин, почему нельзя это сразу делать, блин, а? Ненавижу эту игру за то, что тебе нужно обязательно 2 раза проходить. Вроде и так игра не короткая, блин. Вот зачем это надо было вот так вот делать? Он ёбаный хрюкин накидал. Или 3 звезды. Нет, просто не помню, сколько тут арок. Помню, что последняя это погоня для Саски, и в конце бой Саски с Наруто. Не пойду за этими скроллами, заебался. Че у меня, может, хватает? Нет, какие-нибудь ромены? Хаваем. И все, на один всего хватило. А что тебе эти ромены дают? Чакру увеличивают по горлу, чтобы когда бегать, быстрее можно было перемещаться и прыгать дальше. Короче, то, что я не люблю делать, вот бегать, прыгать и скакать, только все это можно делать быстрее. Как бы плюс от этого есть. Я сокращаю время, как бы. Вот это вот всякой хуйни беготни. Я не вижу, где я. Shadow Clone Jutsu. Да, я знаю, я впечатался в стену, но это было специально и намеренно. И хватит. Mission list. Еще 4 миссии.
Но учитывая, что я прохожу все на 3 звезды, значит еще 8 миссий. Плюс, скорее всего, появится еще последняя D-ранг миссия. Ли против Гара. Ну все правильно, значит потом Канкура против кого-то. Или этот бой не будет показан, по-моему, сражался против четверки звука. Ну, пиздец, мало смысла. Я что много огорчился. Прикинь, сухую удел. Да, я только на самом деле тому приебал. Причем жестко. Ты еще потом останавливался долго. Так, новая миссия. Какая-то техника. Скорее всего, техника на Рокали. Как высадить наверх? Жутся. Хры скакать, манда длинноуха. Я попасть не могу. Куда попасть? А ты заебал, сука, падать. Нахуй мне тогда это нужна техника, если ты, блядь, скрезишь еще. Заебало, да, блядь, поебота. В стенку. Не, вот тут иначе никто скользил, да? Ебать, ты упал, блядь. Попробуем как-нибудь вот так это сделать.
пусть калибр в другую сторону. Во. Так. Миссия где? Миссия там. Если она внизу, что ли? Так, последняя D-ранг миссия. Так, мы вначале сюжетную миссию пройдем на 3 звезды. Да, бой Канкру нас пропустили. Блин, они могли бы не просто пиздать, они могли бы как-нибудь еще допилить. Сделать персонажи, которые тут саппорты, обычными персонажами игровыми. Ибо модельки у них уже были, они в четвертом шторме всех этих персонажей реализовали. Бонус Use Awakening Mod. Defeat the enemy with the N Ultimate. Добить ультимат джутсу и сделать Awakening Mod. Короче, не надо дать себя отпиздить. Самое обидное, наверное. Ну пизди, пизди, защищаться не буду. Мне нужно до эвейка довести. И добить нужно ультиматом. Я думал, он сейчас начнет. Блин, а рано или поздно подозревал, что меня заставят все-таки это сделать. Зайти специально в эвейкинг. Когда тебя отпиздить, блин. Нифига, когда он у меня открывается, у меня уже, блин, хп вообще не осталось. Ты, чувак, ты еще один хп, его меньше, блин. Чтобы я тебе, думаю, одну ульту и снес. Нет, чувак, я в ульту нельзя, ой, вывайт. Все, теперь бей меня еще. Бей меня полностью. Да, блин, не бьет. Ой, спасибо, только ты меня ударил долбанным захватом, идиот, он почти хп не сносит. Спасибо, понизил защиту, ну и... А бить ты меня будешь, нет? Вот, все, эвейк. На последней полоске открылся. Блин, что нужно сделать ультимат джутсу, блин. Почему он его не делает? Надо в упор, что ли, делать? Ты промахнулся в упор?
наконец-то. Убивай его. Кстати, ульт поменялся. Ачив Unlock. Финиш. White Awakening. Здесь, короче, лошадь не стесняется и появляется прямо из воздуха. Похуй где. Не за спиной, скажем так, у игрока. Чего? Ну, раньше, короче, на ПК, когда я играл, ага, там, если ты лошадь призываешь, она у тебя где-нибудь за спиной появляется. Из ага воздуха просто. А тут, короче, на консольке забили, она прям тебя перед глазами может появиться. Класс. Чтобы ты видел, как это происходит, магия. Kind of magic. Так, продолжаем. Секреты. На самом деле, что-то заебался за ними гоняться. Лист, берем последнюю дэрянг миссию, выполняем ее. Гай. Мне нужно будет пинать Гая. Всегда хотел это сделать. Поехали, вы хотите спарринг, чтобы потренироваться, посмотреть, кто из вас сильнее. И тебе тот, кто отпинал Кибу. Кем я хочу? Давайте Какаш. Какаш против Гай, это же изи. Понимаете, Гоу, да, именно вот с этим приемом. Win the battle, impossible state, нет, короче. У меня нет чаппер. По-моему, я взял не того персонажа. А, я могу его набирать? I'm ready to go anytime.
Да спрыгивай ты с этой лошади, а не на ней. Прыгай, придурок. Киля. WhatsApp, WhatsApp. Не пойду за ним. Лучше на лес пили, пройду еще раз. А на том же месте стою. Сумма на саппорт, чаток, так, три раза саппортом помочь и сделать вейкинг мод. Ага. Шикарно. Опять до тебя пиздить, блин. Какой, блядь, поинтереснее. Так это будет Найджо. Нет, нет, не Найджо. Я тоже так себе. Нет, он, так это будет Какаши. И два Наруто. Происходит, нет. Как видели, первым же комбо. А, ну сейчас ты начал пытался делать. Ну тебе бей меня, мне нужно тоже эвек сделать. Right.
выиграл. Изи пизи. Что там в этом происходит? Чего говоришь? Что в WhatsApp происходит? Я ебу, что ли? О, малый красный мутаген. Тут куда ты искал? Угу. Блять, на этом зеленый. Мне еще один нужен красный мутаген. Хотя. Я думаю, тебе нужны зеленые мутагены, и я настаиваю на том, чтобы у тебя были черепашки нельзя. Дальше по сюжету. Да, скайтели чертова. Ух, ёб твою мать, нихуя вас тут. Это была вся миссия с ранга. Выполнить все миссии D-ранга. Шикарно. Охуенно же. Да. Сколько-то надо было разрушить? 1000, а я сколько уже разрушил? 915, ебать. А шаги... шаги не выполнились, ё-моё. Чувствую, последняя хрень, которую я сделал, это будет грёбаная это... на время. Просто, типа, наиграть столько-то часов. Беготня. Девка, да ты вообще круть. О, Джирай. Ну, слушай. Напал на трей, как на этих, на эльфов в Каэтеле. Ага. Их, короче, было пятеро против меня. Я замочил троих. Девка-лучница, которая поддержку им оказывала, убила троих. Своих? Да. Зашибись. Там гавкаешь, да? Это не гавкаешь, это миссия такая, блин, по дереву бегать. Перегавкать собаку, что ли, блять? Да, не, просто по дереву забежать, это он так делает, когда когда вправо-влево делаешь.
Мэм, блядь. Хуйня кудлатая. Пиздец, вспоминать только тогда, когда надо, блядь, деньги одолжить. Пошел ты в жопу. А тебе кто-то в WhatsApp написал в личку? Нет, в ВК. Деньги, 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 все решают, деньги, деньги, деньги. Толян что-то... Толян вроде как хочет в KFC сгонять. Прикольно. А не пойду в KFC. Че так? Только сейчас сабик купить. Ну блин, он просто... Да, ну, вроде как там есть желание сгонять туда. Ну не знаю, я честно с собой когда бы взял. Максимум. Да блин, такие все равно дорого. Ты же не придешь KFC, не купишь, блин, не получится купить, блин. Хотя, в принципе, можно. И когда он хочет туда сгонять? Не знаю, ты напиши сам. Блин. Ты поедешь, нет? Я? Ага. Ну хуй знает, если через часик, то можно. Там можно было, в принципе, в магнит зайти. Чё, он что-то написал? Да нет, просто хуйман решил, блядь. Короче, херня. Квест немного неправильно выполнен. Не нравится мне такой вариант. А чё, будешь перепроходить? Угу. Ты типа загружаешь рублю? Угу. Такой редкий знак. Они у тебя постоянные, просто по КД можешь кидаться ему. А чем тебя арт так удивил? Ну арт бесполезен, акции действуют. Он и по логике больше подходит. Наложите знак арт. Арт — это телекинетическая волна своеобразная. А акции — это под контроль берет врага.
Кто ума? Мяу, мяу. Где там этот отельский придурок, блин? Это тряпочка перед еблом, придурок. Последняя миссия в этой арке. Может, поведу полазим. Блин, когда столько чакры, уже лучше. Уже практически весь город пробегаешь на одном дыхании. Это, блин, не веревки. Чарика. Ватва, ну ёбана! Яра тебя очень любит, потому что ты молчишь. Я тебя очень ненавижу, потому что ты хуй пойми, где появляешься. А, у меня две миссии еще, блядь. Наруто vs. Джирайя. Ладно, что сделаем? Победим Джирайю. А, бля, разыграть у меня еще не появится, ё-моё. Опять условия было прочитать. In a state where awakening mode is not... А, чё? А, не делайте awakening. И не опускать чак для экспресса, как я понял. Ладно. Кольцо ульту не делать. Он, по-моему, не оставит меч критики. Да увернись ты.
Твою мать. Блять, а так не вариант. В итоге, блять, либо ты с КТЛ отмудохаешь, либо ты их сдашь. Еще есть третий вариант, да? Ну как бы... Ну третий вариант, да, ты не сдаешь ни тех, но ты нихуя не получаешь. А мне нужна эта... бумага на то, чтобы съебаться с этого... с Велина. Ага. Я открыл нового игрового персонажа. Грустка долго, сука. На 3 звезды что надо сделать? 2 раза увернуться от ударов и очень быстро победить. Сейчас вернусь. Yes. Стой. Не понял, откуда ли у меня дубина? Потому что ты дубина. Больше меч. Чё, почему он дубину взял в руки? А, будем выбивать все 3 звезды. Так, я с другой стороны. Купи новый предмет, у меня уже была эта книжка.
Что, в свою гарнитуру подключил бы Bluetooth, что ли? У тебя же там не было, по-моему, провода. Может, беспроводная. Или как ты это сделал? Что, говоришь? Ты свою гарнитуру как подключил? Она же у тебя это, по Bluetooth работает. Нет, почему? У меня старая гарнитура есть. А-а-а. Ну, ну да. Давай, таракан. Так, мне теперь надо в Оксенфурт. Охуеть, блядь. Бандит на лошади. А ну, гэть, ялик, отвидер. Толян уже в Киевсе. Ах ты ж сволочь, сволочь. Может, заказать ему тогда чё? Да хуй его знает. Да хуй его знает. У меня налички нет, мне пух. Да в пизду, блядь, пельмени себе сводил, вот нормальное решение. Завтра на работу надо идти? Нет. И так почему бы нам тогда сегодня не, не поквасить, там, не знаю, погулять? Просто, блядь, заказать Толяну, чтобы он принес бухло и, ну, хотя бы с KFC что-нибудь. Я сгоняю за бухлом и норм. Я смотрю, какой ты хитрый. Поквасить. Ну так чё, как тебе такая идея? Вдвоём, что ли? Ну почему? Короче, я сейчас ему набираю. Ну давай. О, босс батл первый. Алло, Толян, здорово. Слушай, тут такое дело. Ты завтра на работу? Или... А, блин, паршиво. Была такая идея. Была такая идея сегодня немного жрануть. Совсем чуть-чуть. Чё, даже совсем... Так тебе же никто не говорит, что мы собираемся нахуячиваться. Мне вот, допустим, завтра надо кровь сдавать, поэтому я тоже не собираюсь особо набухиваться. Вот я думал сейчас, чтобы этот, тебе заказать это, жрачки в качестве закуски, чтоб взял. А у тебя нету на карточке? Бля. То есть это надо будет с тобой ехать. Паршиво. А ты уже там, да? А, понял. Ясненько. Ясненько, понятненько. Блять, хуй его знает тогда. Есть идея тогда? Всё. Сообразимся тогда вечером или нет? Лады.
Ну ладно тогда. Давай. Короче, он говорит, у него денег нет. Я знаю. Он же даже постоянно говорил, что купите мне игру, купите мне это, купите мне то. Он же все ебаный джойстик за 6,5 штук купил, телефон в кредит за 80 или за сколько там. Ну да, вот, дурак, и... вот и подумай, есть ли у него деньги. Заебала ты ебучая жаба. Коготь нахера, вот нахера. Гнездо нахера. Нахер нахера. Ум гнездо нахера. Да блядь, чё он не получается увернуться? Чё хуйня? А ты как насчет того, что ничего не видно? Чуть-чуть можно. А уже вдвоем. Я предлагаю, можешь взять какую-нибудь дуэльную игрушку. Не знаю. Что такое лепешки в KFC? Что такое лепешки в KFC? Коля, ну, типа есть какие-то лепешки? Много... Когда очень много кушаешь KFC, у тебя, ну ты понял, лепешки. Ну я так предполагаю. Тунин арка из комплект.
Где-то... Я зашел в Оксенфурт. Какую-то хуйню подобрал. Так, перепройдем что-нибудь на арку, последнюю миссию на гребаные три звезды. Вот надолго засел. Замутили нормальный причесон. Побрились. Дальше где тут? Где тут? Ага, ты его пока сам не найдешь, его не будет на карте, да? Хреново, чё мы? Хреново. Так, это значит, мне нужно почти в сухую его выиграть, учитывая то, сколько я пропустил ударов. Это был пиздец. Ладно, по идее, не так тяжело. Блин, жопа, ты на японском так классно разговаривал, но английская озвучка — это худшее, что есть. Блять, попал все-таки, пидор. Да вставай ты. Да ебаный ты в рот. Ты то прыгаешь заебили, то прыгаешь хуёво. Еще и карта, конечно, но что может быть прекрасней. Первая катсцена. Она будет включаться в одной кнопке. Да почему ты не хочешь уворачивать вот этого ебаного удара, блин, Наруто? Ты
Тут я охуел казнями кидаться, сука. Попало, вот пидор. А, ну вот как работает, да, падла? Опять попал. Это ред ремиссии. Почти, сука, запизднился, но лоханулся. Мне можно потерять всего одну полоску. Подожди, а если я в самом крайний левый край уйду? Хуй тебе, не помогло. До последнего держал героя. Ну что за ебаное управление в этом наложении? Просто пиздец какой. Вот здоров. Попал таки. Не успел. Блин. По-моему, это будет на две звезды бой. Ну, в принципе, надо проверить. Тут одного удара не хватило.
Нет, не досчитали, сука. В самом конце, блядь, пропустил ёбаный удар. Перепройдем. Звезды за ним все учем. Not bad at all. Неплохо, но это еще не все. Угу. Не, совсем очень даже неплохо. Куда ж ты уворачиваешься, придурок? Сука! Тупой Наруто, блядь, сделал прыжок от руки, он взял, блядь, и прям на нее полетел. Ну не придурок ли? I'll eat you.
чё, блядь, лампу что-то разобрал. Нихуя, фоловый дошел до первой катсцены. Ты сейчас еще третий раз это сделаешь. Тупой Наруто. Хули ты живой? I did it. У него, блядь, три шпиона нахрен. Урод, блядь. Ну они хотя бы сильные. В гвинте? Ну. Да похуй. Пройду так. Ну, блядь. Ах ты ж мразь ебаная.
Рака микрофон, ой. Ой, ой, ой. Требаны. Развивайте знак акции, когда вам новые возможности в диалогах. Все, заебал мне Наруто на сегодня. 7 часов 36 минут уже в сумме наиграно. Сохранимся. Сохранимся. И хватит на ПК. Добрый, что я реально устал.